Приветствую всех на своем канале, с вами Елена Смирнова, мой канал заработок в интернете. Ну а я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня у меня новинка, новая игра. Значит, Aeromoney. Регистрация здесь очень простая. Вводим Payr кошелек, логин, имейл, пароль, цифровая капча, ставим галочку и нажимаем зарегистрироваться. Вход по имейлу и паролю. Значит, после чего мы попадаем в кабинет сюда. Так, мой профиль попадаем. Значит, нам дают бонус 5500 монет на покупку первого самолета. Так, значит, это у нас баланс для покупок, баланс для вывода. Здесь вкладочка «Пополнить баланс». У меня вот на данный момент 5504,5 монет. Так, значит, заказать выплату. Можно начинать без вложений. Как я поняла, заглушек здесь на вывод нет. Так, значит, Payr нажимаем. Так, и как бы я не вижу здесь заглушек. Тут только написано: внимание, после первой выплаты изменить номер кошелька Payr будет невозможно. Так что будьте внимательны. И заглушек я как бы не вижу. Не знаю, как. Давайте-ка заказать выплату. Посмотрим на Яндекс. Я так работаю с Payr. Яндекс. Значит, выплаты производятся автоматически. Выплату могут заказать те, кто пополнил. Те, кто пополнит счет минимум на 30 рублей или заработать 3000 серебра в серфинге. Вывод осуществляется автоматически на платежной системе Payr, Kiwi, Яндекс. Ага, есть заглушка. 30 рублей. Ну да ладно, я так и так собиралась пополнять. Выплаты Яндекс.Деньги осуществляются с комиссией 3,4%. Минималка на вывод на Яндекс.Мани 1040 серебра. Это на Яндекс. О как. А на Payr. Видите, я просто работаю с Payr и как бы здесь нету. А здесь не написано про заглушки. Ничего. Так. Минимум здесь 1000 серебра. Это 1000 серебра равно 1 рублю. Так? Ладно. Значит, здесь обмен серебра, вкладочка. Меняем с вывода баланса на покупки. Так? Далее. Покупка самолета. Ну, давайте я куплю на бонусные денежки. Один самолет. Я могу купить самолет. Значит, первый уровень, стоимость 1000 монет. Прибыль 40. Так, приносит прибыль 41 прибыли в час. 30% в месяц. Так, самолет второго уровня. Вот этот самолет за 5000 я и смогу купить. Количество 1. Нажимаем купить. Так, перед тем, как купить, следует собрать доход в офисе. Какой доход? У меня нет дохода никакого. Так. Доход. Офис. Ну, где этот доход? Давайте зайдем в офис и посмотрим. Собрать все. У меня нету ничего. Ну что мне собирать? Ну, нажмем собрать все. Вы собрали доход. О как. Ничего собирать. Ну ладно. Так, пойдемте покупать самолет. Значит, приносит прибыли второй уровень 215 в час. Стоимость 5000 монет. Это 50 рублей. 31% в месяц. Нажимаем купить.
Вы успешно купили самолет. Значит, теперь мне пойдет прибыль. Куплено один. У меня осталось 500 монет, 500 серебра. Так? Значит, ага, вот офис. Здесь мы будем собирать прибыль. Понятно. Давайте зайдем еще разок в офис. И вот пошла прибыль капать. Значит, обратите внимание, здесь бонусная зона. Ежедневный бонус. Давайте соберем. Ничего, вот при вас только даже баланс не пополняла. Так, нажимаем получить бонус. 66 монет мне дали на покупке. Так, нажимаем. Значит, бонус каждый час. Можно собирать. Также идет на покупки. Дали 11 монет. Опять бонусная зона. Значит, далее бонус с риском. Я уже не буду с риском рисковать. Так. Значит, бонусная зона. И еще, смотрите, бонус за видео. Так, дорогие друзья, предоставляем вам возможность проявить свои творческие способности, а также подзаработать на этом. Значит, что нужно записать видеообзор и начислить как минимум 5000 серебра. Чем более развитый у вас канал, тем ценнее вознаграждение. А самые лучшие будут вознаграждены дополнительно ценными призами и, возможно, попадут на главную страницу проекта. Значит, сюда вводим название видео. Значит, а сюда ссылочку на видео. И нажимаем отправить. Значит, вы получите до 10 тысяч серебра на баланс для покупок за добавление видео. Значит, и здесь вот обратите внимание, пользователи, которые отправят чужие видео, видео не связанные с проектом, ну или просто мусор какой-нибудь, будут заблокированы. И видео от наших участников можно посмотреть вот здесь. Нажмете, можно перейти и посмотреть. Так, значит, есть чат. Чат для свободного общения. Можно общаться. Здесь присутствует админ. Вот. И возникнут вопросы, можно общаться. Так. Значит, рулетка — это для азартных, кто любит рисковать. Я как бы не азартный человек. Азартный, конечно, но... Так, значит, серфинг. Обращаю ваше внимание. Серфинг идет на счет для покупок. Не на вывод, а на покупки. Вот, я уже просмотрела, как бы один. Мне капнула денежка на покупки. Для покупок. Это понятно. Так. Далее. Вкладочка «Мои рефералы» находятся. Партнерская ссылочка. Ну и будет как бы первый уровень. Сколько здесь? Первого уровня. Ноль. У меня, так как я только что зарегистрировалась. Автореферал, конкурсы еще будет. Это как бы скоро. Старт проекта был сегодня. Нам 0 дней. Есть группа ВКонтакте. Значит, заходим. Группа ВКонтакте есть. Так, группа. И в группу можно попасть Аэромани. Значит, старт проекта 18 октября. Значит, можно попасть. Так. Можно попасть. Так, так. Бонусная зона. Вот здесь бонус еще ВКонтакте есть. Я так и не... Значит, вступайте в нашу официальную группу ВКонтакте. Вот, и участвуйте в ежедневных розыгрышах серебра на счет для покупок. Перейдите по ссылке. Значит, попадете в группу ВКонтакте. Подпишитесь на сообщество. Каждый день среди участников группы будут разыграны призы в виде серебра. Так. И еще бонусная зона. Что там?
Так, бонус с риском. Так, ну еще и реферальный бонус. Это понятно. Значит, да, и что в настройках? Здесь сменить пароль и привязать группу ВКонтакте. Группу ВКонтакте привязываем как? Идем на мою страничку. Я вам, наверное, сейчас не покажу. И только цифры. Вот у вас здесь будут цифры, и вводите только циферки. Вот у меня вот одни циферки, видите? И нажимаете «Сохранить». И устанавливаете платежный пароль. Только из цифр и не длиннее 4 символов. Любые 4 цифры, как бы, да? Ну что, я хочу пополнить баланс. Я буду пополнять на 55 рублей, так как вот у меня 500, да, что они тут будут, чтобы я куплю тогда второго уровня, еще один самолет и первого. Так, ну-ка, покупка самолета. Смогу я купить еще один самолет второго? Ага, да, купить, все верно. Значит, пополнить баланс. Платежная система у меня Payeer. И я ввожу сумму 55 рублей. Вот, вы получаете здесь как бы сразу калькулятор. Я получу 5500. Сколько вот и бонуса столько дают. 55 рублей. Нажимаю пополнить. Перейти к оплате. Ну и дальше по схеме. Значит, ваш баланс успешно пополнен. И перейти в профиль. Значит, у меня стало... Ага. Даже 6631. О как. Наверное, еще и бонус какой-то дали. Так, пополнение игровой счет на 55 рублей. Значит, иду я опять покупать самолет. А, я же этот... Блин, у меня же там 500. Господи, о, голова садовая. Значит, я еще покупаю самолет второго уровня. Так, надо же собрать прибыль. Как там говорили. Так, собрать все. Так. Вы собрали доход. И теперь покупка самолета. Значит, я вот этот еще один куплю. И я куплю вот этот один. Как раз 1000. Все. Так, куплено один. Этих два. И для покупок у меня все равно 631 осталось. Ну ладно. Будем... накапливать монеты. Вот такая вот игра. Кому интересно, присоединяемся. Вывод, естественно, будем проверять. Вот. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.